Плашкоут на остров Путятина совершил первый рейс после ремонта. Губернатор Олег Кожемяка стал одним из пассажиров. Судно прошло по маршруту Дунай-остров Путятина. Оно перевезло теплый вагончик. Сооружение установили на острове для комфортного ожидания плашкоута будущими пассажирами. Запуск стал долгожданным событием для всех островитян. Организацию паромной переправы продолжительное время не могли наладить уполномоченные органы. Глава региона выехал в муниципалитет, чтобы лично проконтролировать процесс. Сразу после прибытия на остров он провел встречу с местными жителями. Люди подняли вопрос об увеличении числа рейсов. Кроме того, у присутствующих вызвало сильные нарекания работа местных властей. Прозвучала просьба о выделении трактора острову. Речь шла и о предоставлении санитарного автомобиля в распоряжение местному фельдшеру. Вопросы губернатор пообещал решить в ближайшее время. Есть глава округа, значит, да, так докладывают. У меня фотографии Сипирса, там фотографии судна воздушной подушки там и прочее. Значит, да, то есть, что ремонт идет, значит, да, то есть, ну, есть вопросы у меня, значит, к нему и большие, значит, как он только выйдет с больницы, значит, да, то есть мы там начнем задавать, ему еще и не только я буду задавать, там и другие органы. Вот регулярность рейса кто определяет у нас? Ну, хорошо, вот сколько раз ходил? Три. Последний раз? Три. Три раза, да? Но и такой маршрут этот устраивает? Нет. А почему? Мало. Потому что мы очень неприятно не могли. Да, мы приходили за два. Четыре рейса, да? А у вас есть автобусы? Есть автобусы. Не, ну они какие? Высокопроходимые какие? Здесь нужны пазики, обычные пазики. Ну вот давайте мы сейчас за сегодняшний день там посмотрите, какой пазик есть. Здесь закрепим вот у меня Сергей Владимирович. Месячишко нужно понаходиться здесь между Дунаем этим, значит, да, отладить здесь работу, в том числе вопросы, связанные с пирсами, сделать что-то сейчас с тем, чтобы причали, ты понимаешь в этом деле. Вот, посмотреть, как будет ходить баржа, и посмотреть здесь в том числе на установку вагончика, на доставку автобуса, расчистку этой дороги, переправку этой техники, чтобы шаг за шагом. Да, то есть санитарный автомобиль я перевезу, автобус тоже дам. Вот, надо просто все это организовать.